Уважаемые друзья, здравствуйте. Для получения высокого и качественного урожая нам необходимо знать биологические особенности не только культуры, но и каждого сорта или гибрида для своевременного обеспечения их необходимыми питательными веществами и для создания для их оптимального роста и развития необходимые условия. Перед нами новый партенокарпический гибрид огурца «Изумрудный приз». Этот гибрид среднеспелый. Первые плоды можно уже собирать через 50-55 суток после появления всходов. В каждом узле закладывается 2-3-4 завязей. Этот гибрид предназначен для выращивания как в условиях открытого грунта, так и пленочных теплиц. При соблюдении всех агротехнических мероприятий урожайность составляет 13-17 кг с 1 квадратного метра. Гибрид «Изумрудный приз» устойчив к колотоспорезу и вирусу огуречной мозаики. Плоды гибрида «Изумрудный приз» крупнобугорчатые, белощипые, массой 90-100 грамм. Они очень плотные. Внутри плод зеленоватым оттенком. Сочные, хрустящие. Плоды этого гибрида идеально подходят как для потребления в свежем виде, так и для приготовления различных консервов. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал. Кто подписался, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, отправьте ваши комментарии, мы на них ответим. Удачного урожая вам, уважаемые друзья!